Пацаны! Парни! Ребят! Чё, оглохли, что ли? Да чё тебе? О, вы не спите? А мне сейчас сон интересный приснился. Будто мы с вами команда КВН. Ну, очень знаменитая. И вот стоим мы с вами такие на сцене. Шутки шутим, зал разрываем. И вдруг выходит наша горничная и говорит: «Ребята, а возьмите меня к себе в команду!» А горничная у нас ничего, я поэта, в команду взял. Ага, горничную в команду, может быть, еще повара, массажиста и переводчика. Да не как горничную, а как человека. На сцене команда КВН, сборная СГСХ. Вау, сон твой продолжается! Добрый вечер! Новая форма, новая команда! Сборная СГСХ! Начинаем! КВН! Сегодня студ весна! КВН и сборная СГСХ! Итак, обычные гопники во дворе. Пуля на вылет, пуля на вылет, пуля на вылет. А у нас в Усть-Кинельском свои пикаперы. Только мы с тобой один на целом свете. Катюх, тебя подвезти, что ли? Сама дойду. Трезвая, что ли? Мы все с Петровичем так по селу гоняли, что аж слезы из глаз брызнули. Че, так быстро гоняют, что ли? А ты что, даже село не видела? Без слез не взглянешь. Откуда трактор-то взяли? Мы не подарили. Казенный, короче. Катюх, на сеновал пойдешь со мной, что ли? Меня батя не отпустит. Катюх, да хорош в девках ходить! Сколько можно мной прикрываться? Ё-моё! Ну, очень предусмотрительная девушка. Полным ходом идет ямочный ремонт дорог. Давай, давай, левее! Вот так вот! А высыпай, Иваныч! Еще два КамАЗа и засыпем эту ямку! Вы что, придурки, сделали? Метро Алабинское только открыли, его засыпали! Ё-моё. Я вас убью, ничего! Парень решил расстаться со своей девушкой. Кать, понимаешь? Нам нужно с тобой расстаться. Катя, Катя, нет, я пошутил, нет! Представьте, пара, в которой девушка старается подчеркнуть исключительность своего молодого человека. Белая, белая метелица. Это Казаченко поет. Дима, ты такой эрудированный, ты все-все-все знаешь. Да ничего я не знаю. Знаешь, знаешь. Вот кто я? Тёлка. Ты такой внимательный. А расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Пью. Это так интересно. Да не показывай, как ты это делаешь. Я же тёлочка, я все равно ничего не пойму. А лучше расскажи какой-нибудь прикол. Да ничего я не знаю. Ты такой смешной. Мне кажется, ты издеваешься. Я эти втащить могу. Так вот, почему рядом с тобой я чувствую себя такой защищенной. Ты что, машину разбила? Да. Сейчас точно втащу. Ты мой герой!
друзья, а мы решили снять рекламный ролик про наш вуз. А так как здесь дорогие декорации, сделаем прямо сейчас на этой сцене. Ну что же, начнем! Если овощи корнеплод, это то, что твою пасть не снесет, то ты должен поступать только к нам, лучше вуза нет. Ректору нашей академии. КВН и СГСХ вместе навсегда. Сборная СГСХ, спасибо!